сорт томата «Основные цвета». Иногда в каталогах встречается название «Primaricolor». Это ранний, урожайный и очень красивый сорт томата. Вот такие вот ярко-желтые плоды с такими штрихами коричнево-золотистого цвета. Вообще бесподобный по красоте. Высота куста до метра. Это среднерослый сорт томата. Но он требует все же подвязки и формирования. Лучше всего формировка в 3 стебля. Так сорт показывает свои лучшие результаты. Плоды округлой формы, массой до 100 грамм. Выращивать этот сорт можно как и в огороде в открытом грунте, так и в теплицах. В разрезе томат ярко-лимонного цвета, многокамерный, очень сочный. По вкусу сладкий, с привкусом экзотического фрукта, очень вкусный. Также этот сорт устойчив ко всем основным заболеваниям томата. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры томатов и перцев.